Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Откроем бесплатно сундук. Зимние шины, стартовый ускоритель. Так, а здесь у нас результаты. Ну-ка, смотрим. Наша команда победила. Мотя, Леха и непонятно кто. Окей. Ну что же, я поздравляю с нашей общей победой. Так, усиленная турбо, стартовый ускоритель и зимние шины. Так, крылья на ролейку и ускоритель фляг на ХКР. Ну, вроде бы и все, да? Магнит, ускоритель фляг. 20 тысяч в плюсе, 30 тысяч гемов. Хм, шикарно. Так, ну что, гонку запустили. Теперь, значит, нужно нам... Сегодня хочу взять 33 тысячи кубков. Ребят, ну полюбасику нужно взять. Кстати, вчера попытался я поиграть. Записывал, начал пересматривать, что записал. Друзья, я не знаю, с какими-то лагами, с прерываниями. В общем, вчерашнюю серию профейлил я. Вот, так что... Ну, в принципе, там гонки сколько у нас было? Всего лишь одна гонка, 3 было сделано. Так что ничего страшного. Особо ничего не потеряли. Вот такой у меня чувачок будет, рогоносец я его назвал. Поедем мы, наверное, на раллийном авто. Пока. Ух. Давай. Не жмись, моя машинка. Что это такое? Чего-то не хватает. Мне такое ощущение, что она как-то медленно едет. Не? Может быть, это просто кажется? Наверное, это кажется. Хотя, смотри, чувачок меня какой-то уже чуть было не обогнал на спорткаре. Ладно, посмотрим, что у нас получится. Ух, чуть было не застрял. Ты посмотри, смотри, что делает. Обогнал таки. Вот жук. Туда тебе и место. Не, ну он там, по-моему, если мне не показалось, он успел перевернуться и встать на колеса. Но, тем не менее, я все равно взял первое место. Великолепно. Давай-ка еще одну гоночку зарубим. Меня спасло, что у меня заработала турбина. Так, чтоб ты, гаденыш, а, поперхнулся. Да, вот именно большущая проблема у этого спорткара. То, что он, как я вам раньше говорил, на каждом прыжке очень много теряет скорости. Ну, а мне это дало большое преимущество. Сельский кубок. Давай-ка мы, наверное, сельский кубок попробуем проехать на этой штучке. Штучка-дрючка, да? Ну, а почему бы и нет? Почему бы, спрашивается, и нет? Но не я тут один умный, да? С монетным ускорителем. Давай, родная моя. Тихо, не перевернись только, пожалуйста, я тебя умоляю. Ух, просто на одном дыхании. Блин, такие мелкие коровы. Как коровы-дистрофики. Сейчас я... А, тут еще и этот у нас. Ты гляди. Эй, ребят, вы погодите. Вперед, папочки-то зачем лезть? Куда ты там в поднебесную-то летишь? Ты гляди. Шикарно. Просто шикарно. Всех, ребята, наколол, обманул. Блин, без идеального ускорения. Опа. Лихач там перевернулся. А нечего выпендриваться. Опа, он догнал? Ты серьезно? Юху, есть. Лихач, он там перевернулся не один раз. Что с ним происходит? Я не знаю. Оки-доки, ну что, приступайте к развлечениям. Блин, не было печали, начинаются развлекушки у нас. Слушай, интересно, а если развлечение попробовать проехать хоть раз на баге? Это будет круто? Ну, понятно, тут лихач. Емуна какой-то. Что за емуна? Не надо.
Товарищ, аккуратнее, 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 аккуратнее. Да неужели? Воу! Ну что, первое место. Всех сделали. И ККМ-ку, и лихача. Единственное, что сзади у нас тоже ролейка там шпарила. Вот это вот, ну вот нафиг вот надо было, ребят, вот это вот делать, а? Да едь ты идеально, ё-моё. Сейчас разобьемся, доиграюсь, блин. А сам виноват. Воу-воу-воу. Фига. Как он это делает, я не понимаю. Откуда он вообще вылетел? Вот ты можешь мне объяснить, откуда этот хмырь вылетел? Вообще куда-то назад поехал. Вопрос, а он что, читер, что ли? Почему он назад поехал? Коля, ну отойди. Это он просто, ребята, успел встать на эту. Как она называется? Ну, на попрыгульку, короче. Так, кубок колпака и ступицы. Кубок колпака и ступицы. А давай попробуем, наверное. Ой, зря. А вдруг не зря? Сейчас проверим. Да нет, скорее всего, зря. Нифига там там. Там ты чё? Ну что это? Ну ё-моё, ну ребят. Вообще монеты ни одной не взяли, прикинь. Третьим. Просто ни одной монеты. Все, что мы с тобой проезжали, это просто впустую. Даже здесь все монеты пролетели. Смотри, что танк делает. Нормально? Чё он там? А, так у меня магнита нету. Твою налево, я думаю, чё такое-то? А что же я взял вместо магнита? Погоди. А что у меня? А, вот это вот, нафиг мне эта штука нужна? Трындец. Ребят, я думаю, что такое? Почему ни одной монеты мы не собираем? Да потому что у меня магнитного ускорителя не... Ой, магнита нету. Вот в чем беда-то вся. Секешь? Теперь я понимаю, почему у меня не получается здесь ускоряться. Да, только лишь из-за того, что я не взял монетного ускорителя. Мне вот эта вот труба, она нафиг не нужна здесь. Была бы. Ладно, второе место. Кубок аллигатора. Ну что, попробуем кубок аллигатора взять, наверное. М? Что скажешь? Попробуем. Вот это вот, вот это вот началось. Трындец. Хотел обмануть судьбу. Угу. Ну, я думаю, многие поняли, что я хотел сделать. Но, как видишь, у меня не получилось. Кстати, тут супердизель не только я. Два супердизеля соревнуются между собой. Тут надо крылья, ребят, по-моему, брать. Вот на этот супердизель. Мне так кажется. Может быть, и не надо. Просто по крокодильчикам прогулялся. Нормально? Нормально. Ну что, давай. Старт идеальный, я не спорю. Горючий подними. Есть. Все сминаем на своем пути, правильно. Все машины раздавили. Ну, слушай, неплохо, я тебе скажу. Совсем неплохо. Какое место? Первое. Сундук. Ну-ка. Зимние шины, ускоритель, дым.
глубоководная езда. Ну, поплыли. Ау, черт, ну почему, почему ты, Рэй, не смог? А, ладно. Ну, вот не смог он. Опа. Кто-то остался без пузырька, да? Тот захотел пузырик взять. Ага. Пузырик захотел, да не взял. Давай заныриваем сюда. Ах. Ну, понятно, да? Что тут я немножко обделался. Чуткарика. Тягач, вали нафиг от меня. Опа. Тягач обделался. А мы нормально проехали, кстати. Нормально. Так, пускай этот, я не знаю, куда он там летит. Ты что, гаденыш, знаешь эту трассу, что ли? Приземлился прям идеально, а? В плане? Это... Что это было? Как я... Не понял я. Так, ребят, это какой-то... Я ехал нормально. И тут взял, что-то перевернулся. Почему-то непонятно почему. Давай поп... Ой, взял-то, ё-моё. Слушай, тебе не кажется, что танк зачастил тут? Вражеский. Это все танк, это он подбил меня. Блин, а тут еще и одна гонка была. Ё-моё. В общем, начинаем дурачиться и начинаем фейлиться. Давайте, ребята, уж пройдем до 30 тысяч кубков-то. Чего уж там нам осталось-то? Давай без всяких тут дурачеств. Все как полагается. Блин, ну здесь бы, конечно, крылышки бы, да? Как было бы хорошо. Просто все эти пригорочки бы облетели бы. И не только пригорочки, и камни, и валуны, и все подобное. Там кто-то с этой, да? С форсажем кто-то шпарит. Ну, видишь. Форсаж не помощник. Если ты берешь форсаж, то я тебе скажу следующее. Если он у тебя прокачан, то ты будешь рулить. И если же он у тебя не прокачан, то, извини, ты будешь обсоском. Просто будешь обсоском. Такая твоя судьба будет, понимаешь? Вечно быть обсоском. Так что качай. Качай свой этот ускоритель, форсаж, и тогда будет тебе счастье. Если он у тебя не прокачанный, лучше его не бери. Не позорься. Так, я не понял, ты что тут такое? Ого, смотри, 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 смотри. Попрыгунчик тут врывается. А что это такое? Есть. Ай. Вертушка. Ничегошеньки у тебя не получилось. Так, ребят, главное опять не скандрить. Ну вот, началось. Правильно, пока мы тут летаем, это... Почему он не врезался, а, ребят? Почему он на магнит не попал? Мне кто-нибудь объяснит? Его должно было притянуть во время прыжка, но он почему-то не... Да ёпрсты, ну... Не залети туда! Этот Рекс достал уже, а? Два ноль. Да ё-моё, блин, он еще взял в прыжке там, стал перепрыгивать. Так, ну что, 33 тысячи кубков уже, как говорится, прямо вот перед глазами у нас. Надо только немножко поднапрячься. Алекс, какой ты в жопу, Алекс? Алекс, только я тут могу быть. Алекс Юстович. Так, давай, бам! Только не разбейся, пожалуйста. Ну, хотя бы так.
Алекс Юстович. Давай, радость моя, лети. Все. Мы на месте. Мы на месте. Шпарим дальше. Смотри, какой навозник, а? Фига он там. Мы не легче просто на заднем колесе, ребят, профорсили всю гонку. Вот такие вот бывают дела. Что там, переключение? Или приключение? Поехали сюда. Облетишь кактус, малорик? Красавчик. Смотри, смотри, все снизили скорость, а я нет. Зачем мне снижать скорость, да, ребят? Когда я такой бесстрашный. Ай, ну басы. Ну что, я думаю, наверное, последняя гонка. Так, стоит ли мне брать машину какую-нибудь новую? Ну давай на ККМ-ке проедем. Набирай, набирай скоростушки. Полетели. И финиш. Все. Мне, кстати, сказали, что на эмуляторе управление немножко неправильное, чем на, когда ты играешь на телефоне. По нажатию кнопок. Здесь надо нажимать. Короче, кто-то мне там объяснял. Вот я нажимаю торможение, у меня сразу срабатывает вот это ускорение. А когда ты играешь на телефоне, там немножко по-другому все срабатывает. Уж не знаю, что и как, но говорят по-другому. ККМ лучше всех написали. Нет, нет, ребят, еще нужно. Еще нужно сделать одну гонку. Поехали, дорога в никуда. Старт-то идеальный, я не спорю. Тьфу ты, блин. Ну о чем тут, ребят, можно говорить? Чего? Серьезно? Вот это да, друзья мои. Ты видел, чувак, на чем был? На скутере. Причем он довольно неплохо ехал. Хочу заметить. Ох, чуть было не перевернулся. Чуть-чуть нажимаешь вот на тормоз, кнопку тормоза, и все, ребят. Теряет скорости мгновение ока. Есть контакт. Ну что, последняя у нас тут трасса. Давай, радость. Блин, а это же трасса с подъемами, точно. Вытянули, отлично, вот и финиш. Слушай, ну неплохо проехали. Отлично, я бы даже сказал. Слушай, 36 тысяч кубков здесь, может быть, проедем до них? Друзья, давайте, наверное, мы до них доедем. А то и так у нас получается коротенькая серия, да? Дай-ка я вскрою тут, посмотрим, что нам тут. Тяжеловоз, амортизатор прыжков. Здесь нам выпадет зимние шины, стартовый ускоритель. А здесь тяжеловоз и опять же стартовый ускоритель. 39 тысяч монет. Добрый, 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 ребята. Так, ну что, кубки? Скалистая дорога. Так, скалистая дорога. Наверное, так будет лучше. Наверное. Вниз пойдем. Ох, ёк, макарёк. Там, видимо, кто-то перевернулся. И, наверное, не один раз.
Вот здесь бы крылья вообще топчик зашли бы. Кто-то кричит: «Рэй, верни крылья! Крылья верни!» Вместо чего, друзья мои, менять? Вместо идеального приземления? Ой. Офигеть. Тихо ты. Только не на валуны. Вон, видишь? Видишь, что парень делает с крыльями? Вот именно про это я и говорил, что он просто пролетел все это. Все препятствия пролетел. Сейчас посмотрим, кто кого. Ой-ой-ой, там. Давай-давай-давай-давай-давай, радость моя. Нет, только не вот это вот. Блин. Фу, благо проехали. Шикарно. Ну тут мы, конечно, не подкачали. Дай-ка я его открою. Что-то нам давно не выпадали какие-то там, я не знаю, может быть, костюмы или еще что-нибудь, да? Или какие-нибудь, как они? Эти аватарочки. Вообще ничего не выпадало. Давно причем. Так, я не буду здесь газовать. Опа! Кто там это? Папицуйкий какой-то, папицуйкий. Вот пускай папицуйки получит. А мы едем дальше. Запрыгнем? Нахрена, спрашивается, нам нужно было запрыгивать туда? Рэй, ну нафига вот? Сам себе, пожалуй, порой противоречит. Давай, залетай, залетай, залетай. Вне конкуренции, друзья, вне конкуренции. Поехали. Так, да-да-да, это тот самый. Кто-то говорил цветок, я говорил, что это черепах. Ну, ребят, ну показалось мне. Можно же понять. Куда ты? Ну ладно, можно разочек проиграть. Глупо, конечно, но. Так, а, еще гонка. Ну, вот эту гонку я знаю, ребят. Это сейчас будет чисто спуск вниз. No war. Нет войны, чувак говорит. Это чисто спуски вниз. По идее, я здесь вне конкуренции должен быть. Хотя хламон какой-то там едет. Все, я доказал, что я лучший. Так, у меня 9 очков, у этого 9. Но все равно я первый. Окей, это моя шахта. Это моя шахта. Да, я поеду на раллийном авто, друзья. Шахта тут, я не знаю, что тут можно взять лучше, чем раллийка. Так, не разбейся только, парень. И туда, в бездну. Продолжаем, продолжаем. Слушайте, ребята, а вы знаете какую-нибудь игру, похожую на ХКР? Если знаете, то напишите мне в комментариях, поиграем. Ну, только чтобы она тоже была такая вот рисованная и все тому подобное. С таким же азартом и с много-много прокачек. Замечательно, опять первая позиция. Давай-ка еще разок, последний. Ну тут понятно. Нафига надо было этот вот. Вертушка, вали ты нафиг от меня, а? И залетаем так примехонько. Тюх, на первое место. В купальнике. Ты, девчуля, попутала. Тебе надо идти на пляж, а не на соревнованиях тут с нами гонять.
мотоцикл. Ну ты видел, да, что там мотоцикл припечатался. Конечно, ребята, оу. А я уже спешить не стал, думал, последним еду. А тут ККМ-ка оказывается, прикинь. Давай, 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 давай. Ну что, второй так второй, ребят. Ничего страшного. Ничего страшного, у нас еще есть время отыграться. Еще целых две гонки. Ну понятно, ну, первая наша, как всегда, мы врезаемся. ККМ-ка, ты что-то там притупила, чутка. Давай, 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 заезжай, есть, красавчик. Так, проблема тут немножко в другом. Неужели мы справились с этой проблемой? Да? Где-то там чувачок буксанулся, по ходу дела. Я думал, что он меня обгонит понизу, но нифига подобного. У него ничегошеньки не вышло. Блин, ну ладно, фиг ли, понизу поедем. Так, не надо поверху, не надо. Вот и все. Проблем-то. Дело, как говорится, на копейку. Угу. Дай-ка открою. Зимние шины, стартовый ускоритель. Здесь магнит колесный ускоритель. А здесь зимние шины и стартовый ускоритель. День гонок. День гонок. Блин, если я поеду на этой непутевке, да нет, ребят, конечно, не поеду. Хотя, да нет, перевернусь, разобьюсь, не хочу. Супер дизель. Блин, танк, может быть, начать прокачивать, кто его знает. Тут, видишь, тут хороший и танк, и тягач. Отказали тормоза, написали. Что прокачивал идеальное приземление, что не прокачивал. Ну понятно, там лихач шпарит. Ты посмотри на него. Первый. Ты видел, как он так летит, как он подрывается, я не пойму. Знаю только одно, что он очень быстро может догнать нас. В данном случае меня. Подожди, а куда он вот постоянно он куда-то назад уезжает? В чем прикол, а? Он отъезжает назад куда-то, а потом откуда-то появляется. Что это за читер такой, а, друзья? Есть. Ну что, последнюю гонку сделаем? Сделай красиво, Рэй. Вон, он вообще стоит. Типа, знаешь, такой, ну давайте, давайте, едьте. Я вас сейчас, типа, вам даю фору. Идеальное приземление не помогло мне здесь. Потому что я не приземлился идеально, поэтому оно и не помогло. А вот тут зашибись. Знаете, кого напоминает мне? Друидку из Tower Conquest. Ага. Так, мы еще не доехали. Что там команда? Всем пока. Рей закончил. Еще нет. Так, погнали, короче. Столичный кубок. Давай попробуем, наверное, столичный кубок на ККМ-ке. Ой, зря, наверное, я это сделал. Ну что мы этого баги, блин, даже обогнать не можем, что ли, серьезно? Да, даже баги вшивую обогнать не смогли. Прикинь. Как это? Занюханный какой-то.
Опять это баги там впереди. Ну это я помню, ребят. Нормально, да? С первого на последний. На говне на этом. Прокатился, перевернулся, ну, в общем. Нет, ККМ-ка не прокачанная, ребята. К тому же надо на ней. Если управление к тому же неправильно, если чуть-чуть притормаживаешь. Как я наберу тогда ускорение? Объясни мне, если я вот так вот чуть-чуть притормозил, все, у меня сразу срабатывает. Нормально, да? Так тебе им и надо. Придурок. Будешь знать. Значит, долгая серия. Скорее всего, придется удалить данные. От всего почему? В смысле? Так, ладно. ККМ-ка, ну, не то. Я не знаю, для чего она пригодится, но явно не для городских гонок, это точно. Не для уличных. Так, а тут лихач. Может, на лихаче попробовать, а? Погоняй. Ну, лихач, опять же, не прокачанный. Что я на нем там сделаю? Повыпендриваюсь только маленько. Повыпендриваюсь. Ну, повыпендриваюсь в плане проигрыша. Слушай, вот здесь вот можно же было бы мне не заезжать, ведь так? Ну зачем же ты тогда, Рэй, заехал? Вторым, прикинь, он меня в воздухе просто обогнал в воздухе. Не надо врезаться. Да. Ну что, я, получается, должен быть первым? Отлично. Это я только дошел до своей позиции. Пещеру ледяного огня. Так, ребят, дайте-ка я возьму, наверное, вот так. Полетим на крыльях счастья. Все? Вертушка довыпендривалась, я смотрю. Ну где ветер-то? Вот он. Куда ты меня, блин? Чё делает-то, блин? Да, ребята, вот это был бред. Магадан. Где ты там, Магадан? Слушай, у меня горючее кончается. Я боюсь, я не доеду до него. Все, приплыли. Второе место занял. Это все из-за этого ветра. Это ветер, ребят, который меня два раза поднял, два раза пустил. Придурочный ветерок, блин. Так, окей. Давай ты твою... Ой, придурок детства-то, ёпарасы-то, ребят. Ну, кто бы мог подумать, а? Да ладно. А нефиг тягачу было выпендриваться на финише. Он там начал что-то, какие-то кренделя выплясывать для чего-то. Сам пока не пойму, для чего. Так, летим. Вот те блины прилетели. Вот тебе и прилетели. Они что, тут все с крыльями, что ли? Я не пойму. Этот еле выехал. Обалдеть. Проиграть кому? Спорткару? Такое ощущение, что тут надо оставлять идеальное приземление.
твою налево, ты заедешь сюда-то? Пипец, ребят. Все, фейл, из-за крыльев я фейлюсь. Хуже не придумаешь. Так, ну что, второе место нам, да, дают? Убираем крылья к чертовой бабушке, нафиг их. Подстава от них идет какая-то, конкретная причем. Просто конкретно, ребят, подстава. Жили, как говорится, не тужили без этих крыльев. И дальше поживем. Ну зачем ты так высоко-то подрываешься? Ну ё-ма, ну рей, ну... Врежься, гаденыш. То есть мы делим с ним третье-четвертое место, я так понимаю, да? Ты что делаешь-то? Да. Я в шоке. Да что с машиной-то не то, а? Она меня не слушается, ребят. Просто не слушается. Лихач еще тут этот. Ты посмотри, он просто... Он просто взял в воздухе и перелетел. Просто взял в воздухе и... Че, мы проиграли, что ли? Я не знаю, как с этим лихачом вообще можно тут соревноваться. Если он без проблем просто взял, залетел. Нам надо там подпрыгивать, фиг знает. Что сделать для того, чтобы запрыгнуть на этот выступ. Я уже думал, сейчас и здесь сфейлимся этой вертушки, но благо обошлось. С монетным ускорителем. Все дела. Так, отлично. Да, ребят, проехали. Что ж ты будешь делать-то? Закон кого? Белиндона? Что еще за закон Белиндона? Я, друзья, лично такого закона не знаю. Белиндона. Я вижу, что там чувак какой-то меня обгоняет. Вот это я вижу. Опа! Повтори. Вот повтори то, что я сейчас только что сделал. Слабо? Да, я сам в шоке. Такие кульбиты тут выплясывать не каждый сможет. Управление в воздухе фигне. Здесь нам зимний шин, ускоритель фляг. Да. Большой воздушный кубок. Ну, здесь, я думаю, можно будет прокатиться, наверное, и... Ага, круто. Тут получилось вообще замечательно. А вот здесь, вот на этой трассе, скорее всего, не выйдет. Или выйдет? Ну давай ты твою ж душу, блин. Есть. А тут, смотри-ка, с поворотами. Че там такого у него нету? Отлично. Просто никому не дали шанс.
Шанс, это не получка, не аванс. Что там опять? Так, так что, ага, придется выехать из ЛНР. Вообще в Днепр, ну да, эх. Так, подождите, что вы меня сбиваете? Кубки. Кубок по ухабам. Не, ребят, по ухабам мы возьмем. Может быть, вот это возьмем, а? По ухабам. Как думаешь, справится она у нас? Ну-ка, супердизелек. Покажи, что ты умеешь делать с этими ухабами. Слушай, вообще прошел даже без запиночки. Ухабистая дорога. Ну, тут вообще идеально проехали. А вот здесь вот, скорее всего, мы разобьемся. Есть такая вероятность, ребят, разбиться. Слушай, да нет. Проехали. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, кубок пустыни. Ай, не ту машину взял. Здесь, скорее всего, мы проиграем. Да, тут, скорее всего, проиграем, друзья. В плане, я же носом. Зашибись. Я вообще-то хотел передом врезаться в потолок. И все. А у меня почему-то не получилось. И вот зачем мне спрашивать... Блин, может быть, действительно на него крылья поставить, а? Что у нас тут стоит? А, у нас магнит. Слушай, нет, крылья не получится ставить. Потому что у нас с тобой... нитро стоит. Магнитный ускоритель. И все, чтобы это использовать, мы поставили с тобой магнит. Поэтому если мы возьмем... крылья... то мы половины здесь с тобой не будем ловить. А если мы не будем с тобой половину ловить здесь, то, соответственно, у нас и скорость потеряется. Секешь, о чем я? Вот так вот. Ну что, первое место? Да, серия как-то у нас длинная получается. Но, ребят, я хотел как лучше. Так бы она получилась слишком коротко, так она получится слишком длинно. Можно, конечно, поделить. Но зачем? Зачем делить? Давай попробуем, наверное, вот этом прокатиться. А если мы еще, например, прокачаем? Разблокирован слот для деталей. Это же какой слот у нас там? Третий. А что мы можем сюда поставить? Слушай, у нас тут нитро. Может быть, колеса? Второго уровня. Нет, я, наверное, тогда вот так сделаю. Че, попробуем? Это, ребят, просто... Я теперь понял, видел, как она летит? Куда ты твою налево? Слушай, что-то она так быстро пролетела. Вообще быстро пролетела. О, да она... она летает. Вот в чем ее прелесть. Главное, кнопочку вовремя отпускать и все.
Слушай, оно так летит легко по воздуху. А если и крылья еще поставить, к примеру? Причем это срабатывает. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, отлично. Встал на колесики, молодец. Нет, не вздумай. Фиксим, лучше выжить, чем разбиться. Какой-то этот лихач, он легковец. Его тише мотыляет, как я не знаю кого. Темные дороги, давай проверим на темных дорогах нашего лихача. Не вздумай. Да тут, ребята, просто достаточно нажимать на тормоз, и все. И у тебя перестает срабатывать нагрев двигателя. Так что... Такой легкий он, блин. Да какой лофуил? Вот горючий, чего мне свистите-то? Дорога в выемке. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я хотел... Ну, понятно, что я хотел сделать. Но не получилось. Фокус не удался. Слушай, давай потестим. Вроде бы неплохая машина. Что-то раньше мне казалось... Что у тебя перегрев-то так быстро идет, а? И горючее очень быстро кончается, я заметил. Очень быстро заканчивается горючка. Что не так с этой машиной? Причем, самое удивительное, ребят, что когда ты в воздухе жмешь вот эту вот кнопку газа, она не срабатывает. То есть только лишь когда он находится на земле, у него накапливается нагрев. В воздухе хоть зажмись, никакого перегрева нету. Вот что я обнаружил. Ух, ё. Что это мы тут вообще с тобой вычудиваем? Так, дай-ка я проеду здесь спокойно. Прикинь. Вот тебе лихач. Крут, крут. Миля в пустыне. Я хочу еще проехаться на лихаче. Так, давай. Перегрев, да, случился? Ну да, у нас уже крыши нету. Да почему так быстро-то заканчивается горючее-то у тебя? Едем дальше. Я офигею. Опасно на нем ехать. Я тебе серьезно говорю, просто опасно. Чуть-чуть зазевался, и все, друзья мои. Финита ля комедия. Ладно, попробуем в тоннелях проехаться на нем. Глупо, да, было? Стоп. Да ну как так-то? Опять горючее кончается, ребят. Что-то здесь не то. Не хватило горючего, вот и все.
То есть он такой прожорливый, что ли, получается? Да ну, друзья, это чё? Все, топливо кончилось. Зашибись. Нашел я, короче, изъян у лихача. Ай, дурачина ты, простофиля. Короче, поехали. Проигрывать так с музыкой. Все. Ну, это я, ребят, специально сделал, потому что, ну, просто маразм. Да, это что получается? Этому лихачу магнетатель нужно прокачивать полностью, чтобы как-то горючее компенсировать. Или я не знаю. Ну, ты же сам видел, что нехватка горючего у него. Ни на одной машине так быстро не заканчивается горючее, как на лихаче. Вот, как по мне. Так, у нас вообще идеальное приземление будет сегодня срабатывать? Фига я по этому мостику проехался, он даже, ребята, не колыхнулся. Прикинь, как по воздуху. Это тут со своими прыжками достал уже, а? Конечно, по прямой он набирает скорость, но я все-таки выиграл здесь. Все-таки я умудрился, да? Опа, давай. Блин, ну я говорю, верхушки это не всегда хорошо. Твою налево, тем более, когда вот так вот. Это вообще жесть. Уйди с глаз долой, нечисть. Лези тут ко мне. Все. Я покатился там кубарем. Ну что, ребята, 36 тысяч кубков. Уже вот они, уже прям щекотят нос. Пока. Так, ну что. Дай-ка я, наверное, открою. Тяжеловоз. Тяжеловоз. Одни тяжеловозы нам выпадает. Воскресный чемпион. Тягач. А будьте знать. Охламоны несчастные. Нет, не вздумай там обогнать меня. Так, ну что, после ХКРочки, наверное, ребята, будет у нас что? Юрский парк, скорее всего. После Бумслинджер, скорее всего. И для второго канала Фрозенхейм, продолжение эпичных похождений викингов. Давай. Я вижу там тягач сзади. Просто бежит там, наяривает. Фига себе. Прикинь. Какого лешего? Как? Так, опять эта горилла едет тут, а? Да ёб красоты. Этот вылетает тут. Блин, ребят, я, по-моему, пока вторым иду по счету. Мне такой расклад не нравится. Тягач, разбейся к чертовой бабушке. Сам себе поднавредил сейчас только что. Сам себе поднавредил.
Ну что, остается, наверное, я думаю, еще гоночка одна. Забытое шоссе. Ну что, поехали? Ты серьезно сейчас, блин, делаешь вот это вот дерьмо? Ты нафига так дел... Ну все, ребят, сам себе поднавредил. А что тут у нас одна гонка всего лишь? Я последним еду. Получается, вторым? Ребят, я приехал вторым. Как бы это ни казалось странным, я успел всех нагнать и даже некоторых перегнать. Ну что, последняя у нас гонка, наверное. Думаю, мы здесь не проиграем. Не откатимся назад. Как-то не хотелось бы. Естественно, только Рэй может, блин, в бочке впилюкаться. Всякие тут Зорро, Шманзорро. Зорро, давай ты быстрее, блин. Малорик. А тут что, одна гонка опять же, что ли? Я не пойму. Такое впечатление, что да. Точно, ребята, вот она. Вот она, финишная прямая. Давай, ты едь, ты, говорю тебе. Все. Финишим, друзья, финишим. Забираем с вами. Так, это у нас ускорители. Две штуки на мотоцикл. Ну что, ребята, нормально погоняли. Следующий, я так, будет, я так думаю, будет на 40 тысячах кубков. Да? Так сказать, финиш. На этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!